Уважаемый господин Агар, дорогие друзья, мы рады видеть вас в Москве. Сейд Дактар Аль-Мухтарим, Маздака Аль-Мухтарамин, Ясруна Нурахаб Бикум Фимуску. Мы считаем ваш приезд весьма своевременным. Фаинна Зиярдкум Джаад Фи Вакта Мулих. Россия с озабоченностью следит за происходящим в вашей стране и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки. فإننا في روسيا نشاهد بقلق شديد عن التطورات الراهنة في السودان ونعمل ونحن جاهزين لنعمل من أجل إخلاء الظروف الملائمة لتدبية الأوضاع في السودان. Мы через наше посольство, которое остается в Хартуме, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами. И сегодня для нас особое значение имеет послушать ваши оценки ситуации. فإننا من خلال سفرتنا بخرطوم التي لا نزال أن نحافظ في العاصمة السودانية لا نزال نقوم باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف ومن الضروري ومهتمون جدا أن نسمع لتقديراتكم للأوضاع الراهنة. Будем признательны за ваши рекомендации о том, как Россия и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса. فإننا مهتمون أن نسمع عن توصياتكم كيف من الممكن أن تساعد روسيا ودول في العالم أن تساهم في تدبير الأوضاع. Также воспользуемся этой возможностью, чтобы провести обзор нашего двустороннего сотрудничества, наметить пути его дальнейшего развития. وإذ هذه زيارتكم هذه هي الفرصة لنناقش المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين بلدينا ونخطط كيف نطور التعاون. Ну и также обменяемся мнениями по ситуации в некоторых соседних с вами стран. وبالطبع سنطرح المواضيع المتعلقة بالأوضاع في دول بعض الدول المجاورة للسودان. Еще раз добро пожаловать. أهلا وسهلا. التحية والاحترام لسعادته. Уважаемый господин министр, позвольте в первую очередь поприветствовать вас и зафиксировать мое уважение к вам. وزير الخارجية الروسي. Вам как министру иностранных дел России. والوفد الحضور. От себя, от своего имени, а также присутствующим здесь. نحن في البداية دايرين نقدم خالص الشكر والتقدير على كرمكم. Хотел бы так выразить признательность также за гостеприимство. ومرافقتكم بنناقض هذه الجلسة هي ممكن جلسة مشاورات. А также за вашу готовность провести сегодняшние консультации. ونحن شاكرين أنو استقبلتونا بكرم فياض شديد. Нам очень приятно, что вы нас принимаете в это время. طبعا ما خافي على احد انه العلاقات بين البلدين ظلت علاقات بتاع التعاون. Отношения между Россией и Суданом отличаются, их можно характеризовать как отношения сотрудничества. وده كان منذ بداية تأسيس الدولة السودانية ونمنارد استغلالها. И эти отношения, они продолжаются с момента обретения Суданом независимости. وظلت الإدارة السياسية في الطرفين قوية جدا جدا في تطورها. دائما الى افاق متطوره كثيره حتى وصلت الى مرحله بتاعت علاقات صداقه. Мы с удовлетворением отмечаем, что с обеих сторон присутствует политическая воля в интересах развития и укрепления этих отношений, отношений дружбы, которые вышли на этот этап на современном этапе. وفي ارتباط من خلال العلاقه دي بين مؤسسات البلدين العلاقات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والعسكريه. Мы также приветствуем то, что эти отношения развиваются в различных плоскостях между различными агентствами и организациями в обеих странах. Это в политической, экономической.